У жителей дома в переулке Мамина эмоции уже зашкаливают. Их можно понять. Чиновники пообещали снести гаражи около домов. К слову, их больше 200. Нас надо лишить последней вот этой надежды, где можно поставить машину. Мы ведь никому не мешаем здесь. Живем как цена отшиби, сами по себе. И почему такое отношение к людям нам тоже непонятно. Эти гаражи местные жители ставили еще в 90-х. В те годы микрорайон здесь заканчивался, и кроме СНТ соседей не было. А поэтому никто не был против. Теперь появились другие многоэтажки. Школа. Некоторые жалуются на металлические конструкции. Говорят, еще решили и межквартальный проезд расширить. Четырехполосную обещают здесь закатать. А куда? Представляете, дорога, по которой проходит 2-3 машины в час, ее хотят сделать четырехполосной. Ну, это нонсенс. Что, деньги девать некуда? По словам собственников гаражей, еще лет 20 назад они пытались узаконить свои постройки. Но в администрации им сказали, необходимости нет. Все равно эта земля никого не интересует. После объявления о демонтаже гаражей, люди вновь обратились в КУИЗО. Заявление подали больше 200 человек. Мы подавали заявление на узаконивание. Ну, не узаконивание, чтобы нам дали добро на аренду земли под данные гаражи. Через месяц пришел ответ, что им нужно еще 30 дней, надо рассмотрение. Мы тоже направили официальный запрос в администрацию, чтобы узнать реальную причину демонтажа гаражей. Прошло пару дней. Видимо, нам также придется подождать. Ольга Кокшарова, Дмитрий Бачко, Максим Курочкин, 31 канал.